Очень важно встречаться по делу для совместного труда, а все остальное время посвящать семье, природе и дальнейшему развитию. В общем, надо всегда встречаться по делам. Какой вот смысл встречаться просто так, без дела? Выпить или еще что-то совершить бесполезное? Лучше сделать какое-то дело. Когда встречаешься для того, чтобы просто отдохнуть, покурить, выпить, поговорить о том, о сём, обо всем и ни о чем. Так люди создают иллюзию того, что вроде что-то делают, какие-то важные дела, ведут какие-то очень нужные переговоры, но в большинстве своем это пустая трата времени, сил и собственного здоровья в обмен на мимолетное повышение уровня восприятия жизни. На самом же деле дело не делается. Драгоценное время уходит впустую. А ты от этого дела, наоборот, отдаляешься. А вот если по делу часто встречаться, да еще и на природе, то будет гораздо лучше. И самое главное, кризис так быстрее пройдет, а люди скорее окрепнут. Спасибо за внимание, друзья. На этом сегодня все. Жду ваших комментариев и предложений.